последний раз возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации «Государственная измена». Вот постановление о производстве обыска. Я звонил в украинский проект, связанный со спецслужбами Украины, чтобы передать сведения им о военнослужащем, участвующем в зоне СВО, с целью личной неприязни. Каюсь, что совершил преступление против России. ФСБ России по Пензенской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность жителя Пензенской области 1986 года рождения, причастного к государственной измене в форме шпионажа. Следственным отделом ФСБ России по Пензенской области в отношении жителя области возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России.